задел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Да шаг за шагом нелегко, ABL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Ты достоин аплодисмента, ставишь цель. Ловишь моменты, вереницы событий. Мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели, ловишь моменты. Мы с тобой, мы словно птицы. ABL, ты готов измениться за победы в новый день. Мы расскажем тебе, как нужно. ABL, твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. ABL, это мы, расширяем границы. Достоин аплодисмента, ставишь цели, ловишь моменты, вереницею событий. Мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели, ловишь моменты. Мы с тобой, мы словно птицы. Нелегко. Мы рядом, значит, мы сумеем все вместе стать еще сильнее. Все вместе! Ну вот и настал тот самый момент, когда я снова могу обратиться ко всем нашим партнерам, кто сегодня прикован к экранам по ту сторону ваших экранов. Здравствуйте, здравствуйте. Надеюсь, у вас такое же бодрое и драйвовое настроение, как у меня. Ведь мы с вами традиционно встречаемся на вебинаре в начале каждого месяца. И вы, именно вы те самые партнеры, кто первыми узнает все новости нашей великой, мощной, невероятной компании ABL Go. Сегодня вас ждет очень много новостей, и, конечно же, начну я традиционно со своего любимого слайда, который всего в одной картинке показывает всю прелесть и превосходство компании ABL Go. Ведь в ABL все пазлы сложились идеально. Мы – золотой грааль индустрии сетевого маркетинга, и все больше и больше компаний сетевого маркетинга пытаются нас
повторить, но ни у кого ничего не получается. Именно этому я решил посвятить сегодняшний вебинар. Я сегодня расскажу вам, чем APL отличается от тысяч других компаний, и по просьбе наших амбассадоров, наших лидеров, сегодня я проведу презентацию, как бы я проводил ее для новичков. Да, презентация возможностей компании от президента компании. Классно? Именно презентацию сегодня я вам проведу. Ну и, конечно, традиционно мы подведем итоги прошлого уже марта месяца, раскроем рейтинги лучших из лучших, расскажу о тех событиях, которые каждый из вас просто обязан посетить и сделать все возможное, чтобы их не пропустить. Пазлы в APL сложились действительно идеально. Команда, система поддержки обучения, невероятные возможности, наши события и мероприятия, которые вдохновляют, ну и, конечно же, продукт. Продукт, который продает себя сам. Вот об этом сегодня мы с вами будем говорить, но для начала я предлагаю вам с вами открыть мир новых возможностей. Если вы готовы, то я готов начинать наше ПВК. Да, конечно же, хотел бы, чтобы вы задумались о ваших возможностях, о том, чего вы уже добились на сегодняшний день, устраивает ли вас ваш уровень дохода. И я знаю, что сегодня присутствует огромное количество новичков, которые еще до конца не приняли решение стартовать с APL, но уверен, что после завершения моего вебинара сомнений никаких не останется. Потому что сегодня я раскрою вам все составляющие успеха, и я уверен, что вы поймете, что MLM – это самый стабильный бизнес 21 века. А спросите вы, является ли MLM, или сетевой маркетинг, как его называют в простонародье, стабильным бизнесом? Ведь очень важно посвятить себя, свое время чему-то, что будет много лет приносить тебе доходы. Анализируя сетевой бизнес и, собственно, традиционный бизнес, я все чаще и чаще сталкиваюсь с компаниями, которые начинают применять концепцию сетевого маркетинга. Акция «Приведи друга» сегодня уже во всех банках используется. Это Альфа-банк, Тинькофф, если мы говорим про наши российские банки, Банков Америка в США, да, собственно, авиакомпании. Огромное количество больших миллиардных компаний сегодня используют принцип сетевого маркетинга. Когда вы рекомендуете их компанию, они вас за это вознаграждают. Липтон, Coca-Cola, Colgate, Canon, Gillette, MasterCard, Visa, все они уже много лет используют принципы сетевого маркетинга, потому что это лучшее доказательство того, что наш бизнес с вами, он актуален. Ведь действительно, кому вы поверите больше? Человеку по телевизору, которого вы никогда больше не увидите, какому-то актеру или своему другу, знакомому, близкому вам человеку, может быть, это ваш родственник, который чем-то увлечен. Конечно же, сетевой маркетинг именно платит за рекомендации. К сожалению, за последние 10-15 лет нашу индустрию перевернули с ног на голову, когда появлялось все больше и больше финансовых пирамид, криптовалюты, вот, да, хайпы недавнего времени еще, когда все теряли деньги. Я сегодня говорю о компании сетевого маркетинга, где присутствуют все правильные принципы, те же самые, которые используют крупные банки, отели, заправки, ну и, собственно, интернет-магазины. За рекомендацию товара друзьям компании выплачивают комиссионные. Те самые комиссионные, которые они экономят на рекламе. Вот как работает сетевой маркетинг. Если вам понравился какой-то фильм или вы прочли какую-то книгу, вы о ней рассказываете, несмотря на то, что ни производитель фильма, ни издательство вам за это не заплатят. Если вы пообедали очень вкусно, вам понравилась атмосфера, обслуживание, еда, и ваши знакомые спросят, где бы им отпраздновать тот или иной праздник, разумеется, вы, не задумываясь, назовете свой любимый ресторан или кафе. Но ни кафе, ни ресторан, никто вам за это не заплатит ни 1% от чека, который оставят ваши друзья и знакомые. А в сетевом маркетинге, когда вы рекомендуете то, что вам действительно нравится, то, чем вы сами пользуетесь, вас компания сетевого маркетинга вознаграждает. Немножечко фактов для тех, кто только сейчас углубляется в индустрию прямых продаж, в индустрию сетевого маркетинга. По данным Всемирной ассоциации прямых продаж, оборот за 2021 год более 185 миллиардов долларов США.
Сегодня все больше и больше людей активно используют свой маркетинг как основной или дополнительный источник дохода. И таких независимых экспертов более 70 миллионов человек. Все данные взяты из открытого источника ассоциации прямых продаж. Меня радует, что доля продаж для мужчин на мужчин выросла до 30%. Это значит, что к сетевому маркетингу глаз положили мужчины. А вы знаете, что мужчины чувствуют, где есть деньги. Если раньше все больше и больше сетевым маркетингом увлекались дамы, женщины, то сейчас все больше и больше молодых людей, ну и мужчин. Поэтому мы с вами в правильной индустрии, но как не заблудиться в этой индустрии? Ведь предложений поступает огромное множество, и компании выходят и уходят с рынка постоянно. Я абсолютно убежден, что сетевой маркетинг – это экономическая волна будущего. Это эволюция. И для меня это лучшее, что может вообще произойти с человеком. Ведь не имея связи, не имея большого финансового портфеля за спиной, не имея даже порой образования, можно построить огромный многомиллионный бизнес, который будет развиваться по всему миру даже без вашего участия. Да, действительно, я говорю о сетевом маркетинге, о том бизнесе, который позволяет строить бизнес, не выходя из дома, по всему миру. Как работает сетевой маркетинг? Чем отличается традиционный бизнес от сетевого бизнеса? Ну, во-первых, нет этой большой цепочки. Когда производят товар, крупные оптовики скупают у производителя продукт, разумеется, делают на него наценку. Каждый бизнес должен развиваться и приносить деньги. Дальше скупают средние оптовики, торговые сети, мелкие оптовики, склады. Большой процент накладывается на рекламу, а вы знаете, что это 150-200% к стоимости товара. Ну и, разумеется, магазин, он тоже должен зарабатывать, платить зарплату сотрудникам. А кто за всю эту цепочку платит? Конечно же, потребитель. В сетевом маркетинге есть производитель, есть партнер, который берет у завода, у компании, вы если не знаете, то в APL свой собственный завод, об этом поговорим чуть позже. И нет этих наценок. Именно поэтому в сетевых компаниях люди зарабатывают огромные деньги, потому что нет огромных наценок. Но на что нужно обратить внимание, когда вы выбираете компанию сетевого маркетинга? Я для себя вывел несколько критериев, и если вы сегодня находитесь на этапе выбора, то задайте себе этот вопрос и тому человеку, кто вас пригласил на презентацию той или иной компании. И я уверен, ответы подведут вас к правильному решению. Ну, разумеется, в пользу APL. Легальна ли компания, а самое главное, в каких странах она зарегистрирована? Насколько эксклюзивен и эффективен продукт в этой компании? Есть ли у компании собственное производство? Сколько лет компания на рынке? Ведь, конечно, когда выходит компания и бьет себя в грудь, что мы будем следующими миллиардной компанией, у нас все получится. Но, к сожалению, через 3-5 лет они уходят с рынка. За 11,5 лет работы в APL я видел множество компаний, которые вот так вот взлетали и уходили с рынка. Кто управляет? Сколько собственников компании? Это очень важно знать, потому что я видел компании с хорошим потенциалом, с хорошим продуктом, с классным маркетингом. Все было идеально, но было огромное количество учредителей, владельцев. И наступал момент, когда они между собой не договаривались, ругались и страдали, к сожалению, мы с вами, дистрибьюторы. Да, я был в сетевом маркетинге в качестве дистрибьютора и был в той компании, которую несколько раз продавали. Продавали вместе с идеей, с людьми, в общем, все, во что я верил. Какая у компании репутация? Это очень важно, да, потому что компании выходят на рынок, разумеется, репутации нет, но какая репутация у владельцев? Сколько до этого они компании уже продали? Какими компаниями они управляли? То есть какой опыт? Вот это все очень важные моменты, на самом деле, для выбора компании, с которой вы хотите связать свое имя, свою жизнь. Как часто меняется план компенсации? Вот на этот пункт я прошу обратить особое внимание, потому что сегодня все больше и больше компаний пытаются скопировать план компенсации с APL, но анализируя их историю, я понимаю, что за 5-7 лет они уже меняли по 5-6 раз свои планы компенсации. Значит что, мозгов не хватает? Не выдерживает маркетинг?
Обратите внимание, когда правила игры меняются, вам нужно срочно бежать из этой компании. Просто вот как черта бежать. Потому что то же самое произойдет и с этим маркетингом, и через год еще с другим маркетингом. И, конечно, зарабатывает кто? Только владельцы и топ-лидеры, которые вынуждают поменять маркетинг, чтобы заработать еще больше. А низы, к сожалению, простые работяги, простые люди, которые поверили в эту индустрию, люди, которые захотели изменить жизни своих близких и родных, страдают. Поэтому, собственно, 11,5 лет назад, создавая компанию APL Go, я сделал своего рода вызов всему сетевому сообществу. Это был вызов всей индустрии сетевого маркетинга, потому что я захотел изменить ситуацию на рынке. Потому что устал от того, что люди страдают. Поэтому мне хотелось сказать, что-то большое, глобальное, чтобы пережило еще меня, и люди бы этим гордились. Очень важный момент, какой процент выплат в сеть. Но опять-таки, тут очень важно, можно сказать, и 100% выплат в сети, если это финансовые пирамиды, все равно не заплатят. Вот, насколько смогут они это рассчитать и выдержать их план компенсации. В APL, повторюсь, 11,5 лет план компенсации не менялся. Есть ли программы, специальные условия для путешествий? Забегая вперед, скажу, что наши путешественники уже посетили более 35 стран. Каждый год мы путешествуем, даже в пандемию. Поэтому это тоже показатель того, что помимо денег, помимо уверенности в завтрашнем дне, в APL люди очень классно путешествуют. Сегодня я покажу несколько видеороликов, вы поймете, что так, как путешествуем мы, не путешествует ни одна другая компания. Ну и очень важные моменты, обучают ли в сетевом маркетинге, дают ли возможность роста. Вы скажете, что в каждой компании есть школы, лидеры проводят, но четкая пошаговая система обучения, ну, пожалуй, есть не во многих компаниях. Ну и главный момент. А что, если у вас не получится? Вот, пожалуй, те самые главные вопросы, которые должен задавать каждый новичок. И если сейчас меня смотрят наши партнеры-лидеры, которые хотели получить новые инструменты, вот вам, пожалуйста, новая презентация возможностей компании. Используйте ее. Научите своих людей задавать правильные вопросы на любой презентации и правильно на них отвечать. Ну, а теперь давайте посмотрим, что такое компания APL. APL – это компания в стиле Go. Номер один в рейтинге компаний прямых продаж, номер один – лучший маркетинг-план, номер один – лучшие продукты для укрепления иммунной системы. 3А с плюсом – это наивысший рейтинг доверия к MLM-бизнесу на независимом портале Business for Home. Ну, всего 3% компаний имеют такой наивысший рейтинг. Это значит, что выплаты легальны, присутствие компании официально, продукт во всех странах зарегистрирован официально, и лидеры получают все официально. Поэтому мало какая компания имеет такой наивысший рейтинг. У нас с вами собственная, эксклюзивная технология, которую никто не может скопировать. Мы выплачиваем 63% дистрибьюторам сеть и 74% за клиентов. Потому что APL Go – это клиентоориентированная компания. У нас нету долгов, у нас нет инвесторов. Я один собственник, один владелец компании. Поэтому вы можете спать спокойно, быть уверенными, что и завтра, и через год мое детище будет существовать, потому что для меня это больше, чем просто бизнес. Мы выплатили уже огромные, выплачиваем суммы по всему миру и дарим по промоушенам просто миллионные подарки. 25 официальных представительств, куда компания официально завозит свой продукт, сертифицирует, платит все таможенные сборы, официально работают сотрудники в стране. У нас практически уже два производства, мы сегодня говорим об одном, который уже действует много лет. 4,5 тысячи квадратных метров занимает собственное производство в Кишиневе и более 350 тысяч довольных клиентов и партнеров. Вот о чем нужно говорить. Поэтому уверяю вас, вы в правильное время, в правильной компании. Своего рода вы нашли золотую грааль индустрии сетевого маркетинга. Но самое главное, что вы можете масштабировать свой бизнес. Уже 25 стран есть, а более чем в 75 странах мы продаем наш продукт. В каждом регионе, в каждой стране у нас есть свои вице-президенты, люди, которые отвечают за свой регион. У нас есть вице-президент по африканскому региону, который объединяет несколько африканских стран. Есть вице-президент по Юго-Восточной Азии, несколько азиатских стран. Есть вице-президент по Латинской Америке и огромное количество стран Латинской Америки под ним. А это множество сотрудников, множество специалистов. И Соединенные Штаты Америки. Также, разумеется, СНГ. Сегодня вебинар для стран, которые говорят и понимают речь
по-русски, поэтому, конечно же, не могу не сказать про вице-президента Наталью Попову, человек, который отвечает за развитие всего СНГ. Ну, а теперь возвращаемся к нашей презентации. Конечно же, эксклюзивность, эффективность и качество продукта. Вот о чем нужно знать. У нас абсолютно уникальный продукт. Это наша интеллектуальная собственность, и аналогов нет нигде. 18 видов дрожжей. Это наш флагманский продукт, наша продукция, которую многие пытались копировать, но ни у кого ничего подобного не получается. Ведь мы единственная компания в мире, которая применяет технологию Accumulate Essay. Да, мы усиливаем травы, растения, фрукты, овощи, добавляем их в карамельную массу, и получается вкусная конфета с супер-вау-эффектом. Это своего рода такая мини-бомбочка, которая работает здесь и сейчас. Моментально растворяется во рту и дает быстрые результаты. Да, она не имеет аналогов, и, конечно же, продукт, который продает себя сам, что еще нужно? Просто достаточно дать человеку один раз попробовать, и он убедится, что ничего подобного в его жизни не было. Это не таблетки, не капсулы, которые нужно запивать водой. Это не порошки, которые нужно разводить. Это не гели, которые дают тоже неприятное ощущение. Это вкусное дрожжи на каждый день и суперэффективное, и ни у кого нет аналогов. Да, подтверждено международными институтами и органами сертификации, это и халяль, и кошер, и FDA-регистрация, в Израиле, в Южной Корее, в Европе, то есть по всему миру, в каждой стране, куда компания поставляет продукцию, мы проходим дополнительную сертификацию на безопасность, на эффективность и на результативность. Вот такое огромное количество сертификатов просто подтверждает то, что у нас с вами правильная продукция. Ну и, конечно, то, что собственное производство, ну, дорогого стоит. То есть, поэтому на протяжении стольких лет мы держим цену. Просто обратите внимание, как все вокруг вас дорожает. Посмотрите, я понимаю, что сегодня мой вебинар смотрят сейчас в прямом эфире и будут смотреть записи огромное количество партнеров из других компаний, наших коллег, так скажем. Посмотрите, как часто поднимаются цены на продукцию вашей компании. А в APL мы держим цену. Потому что у нас собственное производство, мы гарантируем качество, мы уверены в своем производстве. И самое главное, благодаря своему заводу мы сохраняем нашу эксклюзивность. 250 тысяч коробочек в одну смену мы можем так вот легко производить. Тоже перемножьте на стоимость продукции и поймете, каким масштабом мы готовы. Ну и, конечно же, совсем скоро я приглашу наших топ-лидеров на открытие еще одного завода. Он будет в России. К сожалению, современные реалии диктуют свои правила игры и ведения бизнеса. Мы инвестировали огромную сумму в покупку собственного завода. Это в собственности будет. И скоро мы вам его покажем, где будем также производить нашу продукцию и не только Accumulate Essay. Но обо всем чуть позже. Поэтому, конечно же, мировые стандарты TÜV ISO и полностью автоматизированная линия. Ну, вы также сможете посетить наш завод, увидеть все своими глазами. Ну, а теперь о том, как компания вознаграждает. Да, отвечая на все вопросы, которые я задал в самом начале, какой маркетинг-план, сколько процентов выплат, отвечаю. 63%, еще раз повторюсь, за дистрибьюторов, 74% за клиентов. И наш план компенсации делится на моментальные, ежемесячные, при достижении квалификации и ежеквартальные. И мы наш план компенсации не меняли 11,5 лет. Мы выдерживаем 12 способов заработать, я думаю, дорогого стоит. Да, за каждый чик, за каждое движение APL Go вознаграждает своих партнеров по всему миру и везде единый механизм подсчета. Вот, если проанализировать просто в среднем все MLM-компании, то комиссионные выплаты в среднем составляют 35,24%. В APL, повторюсь, 63%. Но мы не меняли наш план компенсации. Помимо 12 способов заработать, в APL есть огромное количество клубов, которые мотивируют наших новичков, мотивируют наших лидеров и наших амбассадоров достигать все новых и новых вершин. О том, какие есть клубы, новый инструмент от креативного директора, от Ольги Куликовой, внимание на экран. Элита. Само слово растекается, как сахарный сироп. Элита. Чувствуете? С
Слышите? Элита. Что-то недосягаемое. Что-то на языке избранных. А быть избранным одним среди сотен. Одним среди сотен тысяч. Это ли не та высота, достигнуть которую втайне мечтает каждый? Но к чему эти тайны? Давайте разберемся, как попасть в закрытое общество. И главное, зачем? Элитные клубы APL – это способ заявить о себе, получать больше внимания и возможностей, быть признанным за свои заслуги среди партнеров компании со всего мира. Мы приглашаем вас стать участником одного или нескольких закрытых сообществ, которым доступно больше, чем остальным. Ведь членом элитного сообщества может стать каждый, кто выполнит определенные условия. Мы действительно не такие, как все. Люди позитива, люди дела, люди, которые могут принимать решения, за них отвечать и могут сделать что-то такое, чего не могут все остальные. Diamond Flight. Участники клуба Diamond Fly – это лучшие рекрутеры компании. Это надежная опора APL. Они виртуозно рекрутируют людей по всему миру и масштабируют свой бизнес. И в этом им нет равных. Символ клуба – украшение в виде золотого шмеля с вкраплением абсолютно чистого бриллианта. Я когда увидела у Жени Новикова и шмеля, я Ларисе говорю, я хочу его. Значит, будет. И в первый же месяц я сделала его. И я счастлива. А сейчас, на сегодняшний день, мне 8 шмелей уже. Спонсируйте за 3 месяца 10 человек на Diamond Status, и вы в элитном клубе. Участие в клубе даст вам золотой значок шмеля с вкраплением бриллианта, признание на ежегодном мероприятии APL Planet, специальные места на событиях компании, участие в мероприятиях в качестве спикера и выступление на событиях системы GO в разных городах и странах. Star Team – это еще один закрытый элитный клуб для настоящих лидеров APL, которые любят путешествовать с компанией и делают это на выгодных условиях. Символ этого клуба для избранных и успешных партнеров APL – звезда с бриллиантами. Пошли в клуб Star Team. Притом клуб Star Team сразу с 2 звездочками. Чтобы в него попасть, надо 6 месяцев поддерживать национального директора и иметь на первом уровне 2 звезды. Это 2 национальных директоров. И вот мы это сделали. Мы очень рады, что попали в этот элитный клуб, благодаря которому мы сейчас находимся на бесподобном событии Golden People 2023. День рождения нашего президента Сергея Сергеевича Куликова. Это новая энергия, это вдохновение, это кураж, это опять посмотреть, кто я, что я и что я могу достичь в нашей компании APL. Подытожим. Участие в клубе Star Team дает золотой значок в виде звезды с бриллиантами, признание на ежегодном мероприятии APL Planet, отдельные места на событиях компании в первых рядах, участие в мероприятиях в качестве спикера, выступления на событиях APL в разных городах и странах, приглашение в качестве спикера на форумы компании, особые условия выполнения некоторых промоушенов, гарантированное участие в Golden People. A-Club. Элитный клуб для лучших руководителей РЦО. Вы узнаете их по значку в виде планеты на груди, потому что именно они помогают APL в продвижении продукции и бизнеса даже в самых отдаленных уголках земного шара. Они знают, что важна каждая деталь, чтобы офис приносил регулярный доход, и всеми своими показателями подтверждают это. Это очень такой значимый, очень важный для нас значок, как любая награда от компании APL, это A-Club. Этот значок вручается руководителям РЦО, тех, кто сделали от 500 тысяч товарооборот, прошло через РЦО. Мы получали наш значок, у нас было 980 тысяч товарооборот PV через наше РЦО, и, конечно же, получили такую золотую, значимую награду для нас и для нашей команды. Благодаря команде, которая делала большие товарообороты, заказывала через наше РЦО, мы стараемся как можно лучше делать наш сервис. Что дает участие в клубе? Золотой значок в виде планеты. Признание на ежегодном мероприятии APL Planet. Участие в мероприятиях и форумах РЦО в качестве спикера. Возможность участвовать в специальных конкурсах для РЦО и в выгодной складской программе. Специальные награды, сертификация и дипломы.
персональное обслуживание и решение вопросов с вице-президентом компании. Медалисты APL. Компания высоко ценит партнеров и сотрудников, вкладывающих сердце и душу в APL. Компания имеет свой собственный элитный клуб отличившихся. В этом элитном клубе состоят люди, которые внесли особый вклад в развитие компании. Медаль трех степеней учреждена лично президентом и основателем компании APL. Сергей Куликов вручает медали на APL Planet. К каждой медали прилагается ежемесячный бонус. Медалисты с гордостью на груди носят свою награду на торжественных мероприятиях, ведь быть значимой частью такого масштабного проекта – большая честь. Помимо признания и ежемесячного бонуса, медаль дает особые условия участия в некоторых событиях и промоушенах. Медали вручает лично президент Сергей Сергеевич, президент и основатель нашей компании, за определенную работу, которую мы делаем. Мы делаем больше, чем мы можем, не только вот ради себя лично, но еще и на общее благо. Для меня это большое признание. И я всегда надеваю свои значки, потому что в бизнесе это, наверное, самый крутой инструмент. Потому что когда ты приходишь на любое мероприятие, все спрашивают, какая красота, где можно такое купить. И когда ты начинаешь рассказывать, как ты их получил, как ты их заработал, внутри просыпается второе дыхание и думаешь, ты же можешь еще что-то сделать, надо идти и делать. А мы подбираемся к двум самым желанным элитным клубам компании. Миллионер Тим. Это закрытый клуб только для евровых миллионеров APL. Клуб был официально презентован в 2017 году прямо на борту шикарного лайнера во время круиза «Силы мечты». В этом элитном клубе состоят те люди, на кого равняются, на кого смотрят с восхищением. Это люди, которые могут позволить себе, благодаря сотрудничеству с APL, свободную жизнь класса люкс. Годовой чек этих партнеров достигает или превышает 1 миллион евро. Они уже удовлетворили все основные потребности и теперь имеют возможность наслаждаться роскошной жизнью. Да, я вхожу в этот клуб «Миллионер Тим». Это другая жизнь. Это абсолютно условия другие, потому что ты отдыхаешь вот в таких вот местах. Вот это кольцо я получила из рук президента Сергея Сергеевича Куликова. Здесь 90 бриллиантов. Здесь написано APL. Жизнь миллионера. Новый уровень. Мы с вами немного отвлеклись. Кольцо амбассадора лидер получает, когда закрывает квалификацию золотого амбассадора. Что же дает участие в клубе «Миллионер Тим»? Сияющий значок с изображением миллиона. Значок клуба вручает лично Сергей Куликов, президент компании APL. Участники клуба автоматически входят в ближайшее окружение президента. Самый закрытый, самый желанный, элитный президентский клуб APL. Вы видели этих лидеров? Их грудь украшает именной значок Сергея Куликова. Для меня самый важный элитный клуб – это ближайшее окружение президента. Это вот этот вот золотой вензель с вкрапленным диамантом. Каждый год президент и основатель APL приглашает на свой день рождения Golden People, главных лидеров компании. Сергей Куликов лично вручает каждому партнеру золотой значок с бриллиантом в форме своего именного логотипа в знак уважения и признания. Мы уже 6 лет подряд удостоены были честью быть приглашены на день рождения Сергея Сергеевича Куликова, основателя, президента компании APL. Для нас честь не только быть приглашенными, да, а еще, я, как я всегда говорю, оставаться в обойме тех лидеров компании, которые всегда делают что-то больше, которые вклад делают в развитие компании. Обладатели значка – это самое близкое окружение президента. В течение года эти люди получают от президентской семьи шикарные подарки на свои дни рождения. Эти люди не просто первыми узнают новости компании, они принимают участие в создании истории APL. Любимый мой значок – это от Сергея Сергеевича. Для меня это вообще такая награда, была такая честь именно попасть на его день рождения и получить там значок. Это необыкновенный какой-то магнит. Я когда подписываю людей, когда провожу рандеву, меня часто спрашивают, а это что такое? Я говорю, а это надо заслужить. Это не просто так получить этот значок от Сергея Сергеевича. Сегодня мы поближе познакомили вас с элитными клубами компании APL. Готовы ли вы войти в круг избранных и вступить в один или, может быть, несколько клубов компании? Решение остается за вами. Действуйте!
Действуйте, элита! Действительно, возможно, именно вы на следующем событии получите один из наших значков. Ну, а теперь возвращаемся снова к презентации. Сколько лет на рынке компания? Это еще один очень важный вопрос, который, я думаю, каждый должен задавать при выборе себе компании. Потому что стартует компания очень много, но, к сожалению, доходит до финала, до успеха не все. Успех, я считаю, это компания, которая преодолела рубеж уже 7-8 лет, когда они справились со всеми трудностями, сложностями, которые есть при открытии стран, при выпуске продукции, при снабжении, обеспечении продукции и, разумеется, при налаживании всех финансовых потоков в странах. APL сегодня, еще раз повторюсь, это 25 официальных представительств, 150 региональных центров обслуживания, более 350 тысяч партнеров по всему миру и клиентов. И мы, самое главное, не новички. То есть мы не ставим эксперименты, мы имеем четкий алгоритм действия и понимаем, куда мы ведем и куда мы приведем и какому успеху каждого из вас. Поэтому вы нам можете полностью доверять, потому что компания управляется семьей. Это еще одна важная составляющая успеха. Кто стоит во главе? Во главе – это семейная пара. Я и моя супруга Ольга – люди, которые встаем на час раньше, чтобы уделить время компании. Для нас это еще один ребенок, как мы называем, четвертый ребенок или второй ребенок, потому что была старшая дочь, когда ей было буквально 3 года, мы создали APL. Да, то есть сегодня APL уже 11 лет, старший 15, двум младшим 3-4 года. Поэтому это еще одно детище, который мы очень любим. Именно поэтому любое решение, которое мы вводим в компанию, оно сначала через наше сердце проходит. И так как мы сами сетевики, были в сетевом маркетинге, были в компанию, которую продали, каждое решение по увеличению цены, по выводу нового продукта, открытию той или иной страны, мы всегда задаем вопрос, как бы мы отреагировали, если бы мы были дистрибьюторами. Возможно, именно в этом кроется наш успех, успех нашей компании, который невозможно повторить. Потому что когда семья вовлечена и увлечена одним делом, конечно, плохого уже получиться ничего не может. И для нас APL – это больше, чем бизнес, так как мы уделяем, я уже говорил, много этому времени и отдаем полностью себя. И любое наше событие – это лишь подтверждение того, как компания APL выделяется из тысяч других компаний. Ну, конечно же, один в поле не воин. И, как говорил великий Сталин, что кадры решают все. Действительно, сегодня в компании APL есть 24 отдела, более 200 единомышленников, сотрудников на 5 континентах работают с огромным опытом. Это и бухгалтера, это юристы, это финансисты, это маркетологи, это снабженцы, то есть люди, которые знают профессиональный подход в своем деле, и мы смогли их объединить, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы каждый новичок, каждый лидер не парился о том, что, с чем приходится сталкиваться в традиционном бизнесе. Здесь за вас все продумано, все сделано. От вас лишь рекомендация. То, чем вы пользуетесь, то, что вы сами любите, то, что вы используете в повседневной жизни, вы об этом рассказываете, а компания щедро вас за это вознаграждает. И если у вас нет опыта, то в APL есть невероятная, пошаговая, хорошо дублицируемая система обучения. Поэтому еще один вопрос, обучают ли в другой компании, это тот вопрос, который нужно задавать. И насколько легко повторить успех лидера? Сможет ли новичок прийти и за короткий срок выйти на вершину успеха? В APL множество таких историй, людей без опыта в MLM, людей с опытом в MLM. Люди приходят и побеждают, потому что есть пошаговая система VIP-лидер-мастер, это трехступенчатая система обучения, которая дословно прописана, что говорить, как говорить, кому говорить, сколько говорить, то есть что делать в первый день, что делать во второй день, как проанализировать свой день, как работать со спонсором, как работать с партнерами, то есть все в APL прописано. Ну и события компании – это еще один, наверное, составляющий такой пазл успеха, потому что в APL то, как организовываем мы события, не делает, вот готов руку на отсечение дать, не делает ни одна другая компания. Готов поспорить с любым владельцем, с любым топ-лидером. Просто все же познается в сравнении. То, какие события компания делает, как она это делает и как это делают другие, ну вот все в сравнении. Потому что мы даем яркие впечатления, мы
даем невероятные эмоции, которые заряжают. Ну и самое главное, даем правильные навыки, которые человек может прийти и сразу внедрять в жизнь и добиваться успеха. То есть мы планируем все от встречи в аэропорту или в порту, где будет событие, до проводов, то есть от сувенирной продукции, регистрации, собственно, до всего. APL – это компания действительно новой формации. Многие, кто смотрит сначала наши ролики с путешествий, с событий, думают, что мы компания, которая продвигает путешествия, или мы какое-то event-агентство, потому что, да, у нас много наград в области ивентов, но нет, мы компания сетевого маркетинга, просто мы любим наших партнеров, и мы любим делать события яркими, потому что понимаем, что людям нужно хлеба и зрелищ. Хлеб – это наш план компенсации и наш продукт, а вот зрелище – то, что мотивирует, то, что вдохновляет, то, чего не хватает людям в обычной повседневной жизни. А ведь сетевой маркетинг – это что-то особенное, это уникальный вообще бизнес, где можно просто получать удовольствие от каждого прожитого дня. Ну и последний вопрос, который задает, наверное, каждый новичок. А что, если не получится? А что, если не получится? На нашем канале YouTube есть огромное количество роликов «История успеха». Посмотрите и получите ответ. У вас точно получится. Ведь в APL невозможно, чтобы что-то не получилось, так как вы попадаете в команду к единомышленникам, людей, как профессионалов. И мы точно знаем, что нужно делать, и как нужно делать, и когда нужно делать. И мы сможем вдохновить и окрылить каждого новичка. Поэтому APL – это яркая, динамичная компания, которая уже прочно занимает одно из лидирующих мест на рынке товаров для здоровья, здорового образа жизни и красоты. У нас огромное количество линеек. Сегодня я вам рассказывал только о серии Accumulate Essay. Это наш флагманский продукт. Продукт, который не имеет аналогов в мире. Также есть серия Beauty. Это серия, которую сделала моя супруга, когда была беременна вторым ребенком и не хотела пользоваться продуктом из масс-маркета, потому что вредные парабены и так далее. Все это не очень хорошо влияет на развитие ребенка в животе. И, да, собственно, даже не беременна. Для небеременных тоже плохая косметика, это очень плохо. А вот качество, которое влюбляет в себя с первого прикосновения, невероятные результаты, которые дает наша серия Beauty, это еще один продукт, который просто влюбляет с первого взгляда, с первого прикосновения. Ну и серия на каждый день All Time, это батончики, наши чаи, кофе, каши, кисели, ну и серия Fresh. Вот такие вот серии, четыре серии, которые сегодня в компании APL представлены. Я уверен, что именно с этими продуктами вы сможете зайти в каждый дом, в каждую семью. Просто каждому нужно здоровое питание, каждому нужна качественная косметика, зубы чистят все, каши на завтрак едят все, поэтому вы с нашим предложением сможете прийти в абсолютно любую семью. Вот такая вот компания. Компания, где все пазлы сложились идеально. Лучшие невероятные события, которые вдохновляют. Лучший план компенсаций, лучшая команда, лучший продукт для быстрых продаж и результатов и лучшая система поддержки. Вот, APL Go – это больше, чем бизнес. И сегодня, готовясь к этому вебинару, я просматривал наш канал в YouTube и решил просто показать еще один ролик, который мы уже презентовали, который уже имеет огромное количество просмотров, но чтобы вы все еще раз просто поняли, насколько вам повезло оказаться в APL Go, прежде чем я завершу наш вебинар, а я еще не рассказал о новостях, я еще не подвел итоги прошлого месяца, все это впереди, пока это была презентация. Да, сегодня была презентация от президента. Я покажу вам ролик о том, как мы праздновали 10 лет. Давайте посмотрим. Внимание на экран. APL – международная сетевая компания, которая для сотен тысяч дистрибьюторов по всему миру стала чем-то большим, чем просто бизнес. В ноябре 2021-го компания громко отпраздновала свое десятилетие. Главной темой годовщины стал космос. И благодаря шоу детальной проработки события, фотозонам, артистам, гости почувствовали настоящий космический полет, а в один момент словно побывали в невесомости, когда президент APL Сергей Куликов взлетел со своего места с шестью аниматорами без веревок, тросов и страховок. Каждый год компания задирает планку для своих событий.
Только представьте, 8 часов эксклюзивного космического шоу. 178 артистов, 350 тонн декораций, 286 человек постановочной группы, более 30 видов спецэффектов, неожиданные режиссерские решения, 11 экранов площадью более 1000 квадратных метров, 5 языков синхронного перевода, 10 айфонов разыграно, огромное количество подарков роздано. Именно к такому уровню событий привыкла компания. Компания APL динамично развивается, открывая офисы и представительства во многих странах. Северной и Южной Америки, Европы, СНГ, Азии. Сегодня уже более 300 тысяч клиентов и партнеров работают в 75 странах мира на 5 континентах. Более 2000 человек состоят в клубе путешественников APL. Вместе партнеры объездили не меньше 35 стран. 1500 евро и выше в месяц зарабатывают более 4000 партнеров. Минимум каждый второй человек в компании получил подарок по промоушенам и розыгрышам. Более 100 миллионов евро. На такую сумму подарена продукция по промоушенам и акциям. Конечно, всего этого компании удалось добиться благодаря здравомыслящему руководящему составу. Сергей Куликов, основатель и президент компании APL, начинал свой путь в 17 лет с дистрибьютора сетевой компании, чем, безусловно, гордится. Этот опыт помог ему прочувствовать бизнес под разными углами. Этот опыт помог ему выстроить с нуля компанию, где на первом месте интересы партнеров. Сегодня имя Сергея Куликова известно в мире бизнеса и обучения профессионалов сетевого маркетинга. Успешный аналитик, создатель опытных проектов и реализуемых обучающих платформ. Заработал первый 1 000 000 евро в 21 год. Автор системы по контролю эффективности партнера как спонсора, которая с 2014 года внедряется в компании APL с помощью онлайн-университета. Ольга Куликова, креативный директор компании APL, главный редактор журнала APL Planet. Супруга президента APL, которая рука об руку прошла с мужем весь путь его личного становления и становления компании. Переоценить Ольгин вклад в развитие APL невозможно. Стильные, изящные, а главное, эффективные рабочие инструменты партнеров APL – ее заслуга. Ольга не просто идет в ногу со временем, она его опережает. Пример тому – события, которые организуют в APL. Когда супруги строят бизнес рука об руку, когда семья вместе отдыхает и участвует в мероприятиях, она становится крепче и сплоченнее. Так считают в APL. Компания старается дать каждой семье возможность работать и проводить время вместе, двигаясь к успеху единой командой. Компания проводит особые события для семейных пар, предлагает лучшие условия для семейных контрактов, и это неудивительно, ведь во главе APL семейная пара – Сергей и Ольга Куликовы. Компания также известна в мире благодаря своему продукту. Флагманский продукт компании – 17 видов дрожжей серии «Аккумулит Эссей». Инновация технологии заключается в том, что компания научилась аккумулировать силу растений, фруктов, трав, ягод и овощей в дрожже. Каждое такое дрожже – это маленькая, точечно направленная на помощь организму бомбочка, которая, взрываясь и попадая в организм, передает организму полезные вещества, витамины и минералы. Компания позаботилась о каждом, кому так нужна была помощь, и представила миру продукцию мощную, надежную, инновационную. Компания APL совершила настоящий прорыв в области здорового питания, сделав свою продукцию невероятно вкусной и очень удобной в использовании. В 2020 году продукт компании APL стал победителем конкурса за звание лучшего продукта для укрепления иммунитета на независимом портале Business for Home. Также маркетинг-план компании является, пожалуй, самым щедрым в индустрии. Компания выплачивает в сеть 63%, а бонусы клиентов в 74% просто ошеломляет. Своей миссией APL считает изменение жизни людей к лучшему. Их партнеры утверждают, что APL – это больше, чем бизнес.
И тот, кто решительно связывает свою жизнь с нами, навсегда перестает быть тем, кто есть сейчас. И становится своей лучшей версией. Становится человеком, достойным аплодисментов. Так APL характеризует свое сотрудничество с партнерами. APL одна семья! APL одна семья! APL действительно одна большая сплоченная семья. И я думаю, сегодняшняя презентация показала вам, что первым может быть только один. APL. Если вы еще сомневаетесь, если вы еще в раздумьях, то, пожалуй, следующая часть моего сегодняшнего вебинара убедит вас в обратном, что вы в правильном месте. Действительно, ничего важнее в вашей жизни еще не происходило, поэтому давайте сегодня я расскажу о том, какой был наш март месяц, чем он запомнился лично мне, а самое главное, о тех событиях, которые грядут. Конечно, я хочу выразить особые слова благодарности нашему лидеру Лиляне Крючкевич, ее команде за организацию большого бизнес-семинара в Кишиневе, который просто организовался. Вау! Конечно же, я просто с огромным удовольствием присутствовал на большом бизнес-семинаре, хотя я не посещаю семинары, только на форумах и на больших событиях в последнее время присутствую, но никак не мог отказать себе в удовольствии поприсутствовать, когда так все шикарно организовано. Ну, собственно, Лиляна умеет делать события, собралось огромное количество людей из разных стран, и это получился просто невероятный такой семинар, встреча с единомышленников, поэтому ваши плюсики хочется сейчас направить в адрес Лилианы Крючкевич. Ты большая молодец, горжусь, так держать. Чем еще запомнился мне март? В марте мы запустили эксклюзивный перфект-марафон. Да. Это марафон для партнеров APL, и где к результату придет абсолютно каждый. Мы выбрали всего 30 участников, которые решили повторить мой путь. Все видели мои видеоролики, в YouTube их много, каким я был 127-килограммовым дядей и каким я стал стройняшкой, 101,5 килограмм. Вот сегодня утром на весах показал, да. Вот, действительно, невероятный продукт, продукт очень вкусный, и аналогов нет ни у кого. Вот много компаний в индустрии сетевого маркетинга продают продукты для стройности, для поддержания своего веса в норме, но ни у одной компании в мире нет технологии аккумулятора, ни у кого в мире нет вкусных конфет, которые позволяют просто есть макароны и превращать это все в энергию. Вот ни у кого нет технологии, которая позволяет просто с драйвом, с куражом приходить к результату. Да, мы отобрали 30 участников, которые проходят месячный марафон, два раза в неделю встречаются в Zoom, делают замеры, взвешиваются на весах, заполняют анкеты. И совсем скоро, когда мы откроем продажи этого продукта, вы увидите огромное количество результатов. Много компаний, много сетевиков, лидеров, которые говорят, что вот они такие вот все. Да, ну, к сожалению, да, не будем плохо говорить про другие компании. Ну, просто проанализируйте. Ни в одной компании нет продукта, который работает здесь и сейчас. Мы с вами единственные. Это просто вау. Это действительно круто. 18-й продукт из серии Community Essay совсем скоро будет в продаже. Также в марте мы запустили еще одно ценное обучение бьюти. С 15 марта по 15 апреля проходит встречи участников, которые выполнили определенные условия, чтобы попасть на бьюти-марафон такой. Они принимают партнеры из Европы, из СНГ, Ирландии, США обучаются нашей невероятной серии бьюти. Чем еще запомнился мне март? Огромным количеством новых корпоративных директоров, выполнивших людей на круиз, об этом чуть позже. Ну а теперь о новостях апреля. Чтобы вы понимали, APL – это компания, которая держит руку на пульсе. APL – это та компания, которая обучает своих партнеров. И с недавнего времени мы сами занимаемся еженедельными вебинарами, которые проходят от компании. 4 апреля для вас выступит по просьбе просто наших топ-лидеров премьер-директор из Вьетнама Джон Гуен,
человек, который воспитал огромное количество лидеров, человек, которого, я знаю, вы смотрите в Инстаграм и Фейсбуке, какие открыты шикарные региональные центры обслуживания, человек, который просто будоражит все сообщество APL, расскажет о своих практиках ведения бизнеса. Поэтому не пропустите вебинар 4 апреля, а это уже завтра, как всегда, 18 часов. Это будет презентация от Джона. 11 апреля наш амбассадор Наталья Сергеева расскажет о том, что каждый достоин быть здоровым. Но чтобы промоутировать Наталью, кто не знает, человек, который 18 лет назад меня впервые познакомил с сетевым маркетингом. Ведь каждый, наверное, мечтал подписать такого дистрибьютора, как президент APL Сергей Куликов, да? Так вот, 18 лет назад Наталья подписала такого президента. Правда, тогда я не был президентом, тогда мне было 17 лет, и я впервые познакомился с сетевым маркетингом. Не знаю, будет она об этом рассказывать на своем вебинаре или нет, но она расскажет, что абсолютно каждый достоин быть здоровым. 18 апреля, ровно еще через одну неделю, вице-президент по странам СНГ Наталья Попова расскажет вам, раскроет секреты возможностей маркетинг-плана APL. Если вы хотите зарабатывать еще больше, то вам точно надо знать те самые плюсики, те самые фишечки нашего плана компенсации, который, я еще раз повторюсь, не меняется 11,5 лет. Поэтому бегите из тех компаний, где план компенсации меняется. Бегите, просто сломя голову, бегите в любую компанию, где маркетинг не меняется. И тем более нигде имеют по 2-3 плана компенсации. Да, бывают компании, я был в шоке, буквально недавно узнал, что есть компании, где сразу действуют 2 маркетинг-плана параллельно, вы представляете? Я тоже не представлял, но я знаю ряд компаний, которые сегодня уже нет на рынке, которые подобное практиковали. Поэтому обратный отчет таким компаниям идет, разумеется, идет. Высосут деньги, возможно, ведут какую-то криптовалюту, возможно, ведут какие-то токены. Была такая компания, великая, мною уважаемая компания, ее нет на рынке, поэтому могу сказать, это компания Vision, которая тоже вела крипту, а потом слилась, продалась, и сегодня люди остались у разбитого корыта. Не хочу, чтобы на индустрии сетевого маркетинга было что-то подобное. Правда, потому что болею всем сердцем, всей душой за сетевой маркетинг. Потому что понимаю, что это лучшая возможность для людей. Я сам пришел в бизнес в 17 лет и построил бизнес. Настоящий большой международный бизнес. Поэтому я очень люблю сетевой маркетинг. И не хотел бы, чтобы какие-то рвачи, какие-то мошенники пользовались доверчивостью и уходили. Уходили не туда, куда нужно. Поэтому обращайте внимание, есть много маркетингов, если его меняют часто, если возят какие-то там крипту, ужас. Хотите в крипту, вон есть биткоин, который то взлетает, то падает. Там другие криптовалюты, то взлетают, то падают, то взлетают, то падают. Казалось бы, ни от чего не зависит, да, не привязано ни какому колебанию ни доллара, ни нефти, а нет, оказывается, зависит. В стране бум, крипта тоже бум. Поэтому обращайте внимание, не бывает сегодня халявы нигде. В любой компании нужно работать, в любой компании нужно делать определенные вещи. За что в сетевом маркетинге платят? За то, что мы продаем, за то, что мы обучаем и за то, что мы рекрутируем. Больше ни за что. Вот 3 золотых правила в сетевом маркетинге. Ну и возвращаемся к 25 апреля. Завершит наш главный технолог компании Людмила Шульга. Просто одолели все наши чаты и обратную связь, почему давно технолог у нас не выступал. Раскроет несколько фишек про продукт. Возможно, про наш новый продукт перфект она расскажет. Ведь конец апреля, начало мая – это дни, когда мы начинаем предзаказы, предстарт наших продуктов. Поэтому нового продукта 18-го перфект. Поэтому вот расписание, которое я хочу, чтобы вы сейчас сфотографировали в своей памяти, в свои смартфоны, записали в календари и ни в коем случае не пропустили. Уникальная компания, уникальные возможности. 25-26 апреля, чтобы все знали, я отправляюсь в Картахену, это Колумбия,
на APL Go Brain Store. Впервые за всю историю компании, за 11,5 лет, мы проведем большой, невероятный семинар для руководителей. 36 топовых руководителей Юго-Восточной Азии, Европы, стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Соединенных Штатов Америки, канадцы, всего мира, в общем, съезжаются топовые руководители для невероятных двухдневной прокачки, обучения, потому что мы готовы к большому миллиардному товарообороту. Мы готовы открывать еще больше рынков, выпускать новые продукты. Но для этого, разумеется, сервис, поддержка должна быть на высшем уровне. И компания EPL уделяет внимание не только дистрибьюторам и лидерам, но и сотрудникам. Поэтому 36 топовых руководителей собираются в Картахене. И 27, 28, 29 апреля это будет лидерская встреча APL Go Brainstorm для топ-лидеров в США и Латинской Америке. Соберется 15 самых лучших лидеров, которые делают сегодня невероятные усилия и товарообороты в США и в Латинской Америке, чтобы познакомиться со всеми вице-президентами, познакомиться со всеми кантри-менеджерами, познакомиться со всеми нами, чтобы видеть видение, стратегию, как компания развивается. Ну и в мае. Теперь поговорим о мае месяце. 20-21 мая. Я не знаю, как вы, но я точно буду в Екатеринбурге. Первый большой уральский форум, который называется «Мы вместе». И я уже говорил, что те, кто считают себя частью APL, те, кто считается настоящим лидером, должны быть президентом. Они будут точно на этом форуме, потому что помимо мощного обучения от менеджмента компании, 20 мая будет менеджмент компании только выступать, 21 будет признание и выступление лучших спикеров, лучших, повторяюсь, гостей, лучших квалифицированных топ-лидеров компании. Вы также узнаете много всего интересного. И именно на Уральском форуме будет возможность сделать предзаказ продукта Perfect. Это одна из многих тайн, которые организаторы, Людмила Дерябина, наши амбассадоры, готовят. Я просил ее до моего вебинара не рассказывать о всех тонкостях организации, но вот сейчас я говорю о том, что мы дадим предстарт, предзаказ, а возможно и продажу откроем там же для участников форума, возможно. Но будет выступление огромного количества руководителей. И, конечно же, мы подготовили много сюрпризов. Я знаю, что Людмила ведет переговоры с очень крутыми звездами. С очень крутыми, поверьте. Я сегодня был просто поражен, как Людмила инвестирует в организацию форума. Я говорю, билет это по 10 тысяч всего. Я говорю, как вы это все сделаете? Потому что огромное количество экранов. В общем, все на уровне готовится. Но вы понимаете, амбассадор по-другому не может. И я понимаю, уже вижу подготовку, вижу ту атрибутику, которую, ту сувенирку, которую Людмила подготовила. Это все прям, ну, впечатляет. Я уже жду момента встречи оказаться на сцене и, конечно же, встретиться с единомышленниками, с ключевыми партнерами, с ключевыми лидерами, которые приедут со своими командами. Я знаю, что уже количество билетов по тому минимуму, которое было запланировано, продано. Людмила, поэтому с завтрашнего дня повышайте. Повышайте так вот, что вот кто не успел, тот опоздал. Потому что количество у вас уже есть необходимое для того, чтобы я приехал. Все остальное, кто не успел, вот кто до последнего затянул, пусть платит вдвойне. Вот чтобы научить наших партнеров вовремя включаться. Вот с завтрашнего дня повышение. Окей. Также хочется представить вам еще одного нашего директора по продажам, человек, который будет отвечать за продажи в Кыргызстане, в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, Наталья Гончарова, человек с огромным многолетним опытом в продажах, в презентациях, в лидерстве, человек с опытом работы в MLM именно в качестве топ-руководителя, и я счастлив, что с марта месяца Наталья уже в команде. Я знаю многих лидеров, которые лично успели познакомиться. Поэтому страны Средней Азии, вы в надежных руках. Наталья Попова, наш вице-президент, смогла подтянуть, привлечь
в свою команду грамотного специалиста, который поможет вам увеличивать ваши продажи просто многократно. Поэтому плюсики и добро пожаловать в семью, добро пожаловать в команду, Наталья. И, собственно, на форуме в Узбекистане 27-29 мая вы познакомитесь как с Натальей, так и со всеми остальными руководителями. Да, это будет форум в Узбекистане. По вопросам обращайтесь к Алмаз Баабековой, либо на Эмбеку Самиеву. Я знаю, что билеты еще есть, билеты пока даже не дорожали еще ни разу, но я думаю, пора. Пора, потому что знаю, что вы делаете невероятный контент, готовились в конце апреля нас встретить, но из-за политических моментов, референдум объявлен на эти даты, были вынуждены передвинуть, а это еще месяц подготовки. Я понимаю, что вы точно сделаете все на высшем уровне, поэтому давайте. Welcome в Узбекистан. Национальный форум в Болгарии 24-25 июня. Ергана Кабаева и Денислава Ангелова, организаторы этого национального форума. Я знаю, что огромное количество людей из Италии, Румынии, Молдавии, Украины, Германии уже заявились на национальный форум. Хотя изначально планировался как болгарский национальный форум, но он уже так превзошел масштабы. Поэтому обращайтесь, если вы живете в Европе, для участия в этом форуме. 26-27 августа буду счастлив встретиться с теми партнерами, кто хочет строить бизнес в Африке. В Йоханнесбурге пройдет большой форум в ЮАР. 7 по 9 сентября снова Казахстан, на этот раз это будет Алматы, мой любимый город, с которого все, собственно, и начиналось. 11,5 лет назад, 11-11-11. Буду счастлив в огромном зале поприветствовать всех партнеров, наградить квалификационными значками, возможно, чем-то еще, потому что мы готовим несколько сюрпризов именно к форуму в Казахстане, в страну, где все началось 11,5 лет назад. Назым Бердеева, невероятный лидер, которая взяла на свои хрупкие плечи организацию этого форума, и я скажу так, в Казахстане нужно быть, потому что там будет много, просто множество сюрпризов. И, конечно же, в конце сентября можем увидеться снова в Европе, в Италии, в Венеции, отдохнуть, впечатлиться. Оксана Корнеско и Алла Курочкина, организаторы форума в Италии, знаю, что будет все на уровне, так как под контролем держит Ильяна Куричкевич. Да, я знаю, Ильяна невероятные форумы проводила каждый год в сентябре в эти же даты в Молдове, но в этом году решила отдать первенство организации и помочь организовать форум в Италии. Уверен, будет все на уровне. 30 сентября сразу с Италии я улетаю в Грузию. Наконец-таки я посещу и увижу настоящую грузинскую сказку. 30 сентября, 1 октября в Тбилиси. Буду рад встретиться со всеми вами. Особенно мне захотелось сегодня прям побывать очень сильно в Грузии, потому что вернулся наш вице-президент Наталья Попова и Елена Нестеренко, директор по продажам из Грузии, где только что прошел большой бизнес-семинар, и Тамуна Кавтарадзе, которая организатор форума, проводила большой бизнес-семинар. Было на таком все высочайшем уровне, и под таким восторгом, впечатлением вернулись руководители. Я говорю, почему меня там не было? Вот не люблю бывать на больших бизнес-семинарах, но вот побывал в Молдове, вот надо было, наверное, и в Грузии тоже побывать. Тамуна, тебе и твоей команде респект. Организовывайте, собирайтесь, делайте, проводите. Я уверен, будет круто. Форум ДНК лидера в Германии 2.2. Ирина Войцюк. На самом деле, она мне говорила, что будет не ДНК лидера, а будет Октоберфест, ведь это все в октябре, 21-22 октября. В день рождения сестры я буду с вами на Октоберфесте, а не на ДНК лидера. Да, я знаю, что вы умеете классно организовывать события, и не только в своей стране, и в Турции это делали неоднократно, и проводите невероятные события, мероприятия. Я с огромным удовольствием буду на ДНК лидера 2. Да. Ирина, если нужна какая-то поддержка, всегда обращайся, но все лидеры и так знают, что ты большой молодец, у тебя потрясающая команда единомышленников, которая делает
форумы на высочайшем уровне. Ну а в ноябре, разумеется, у нас будет 12 уже лет, мы с вами будем праздновать. Мы отпразднуем 12 лет в райском месте. А потом у нас будет круиз. Завершился, наконец-таки, промоушен на круиз. Главный промоушен года завершился 31 марта. Многие ждали его продления, но нет, продления не будет, потому что рекордное количество партнеров мы уже набрали. Да, такого количества не было еще ни разу, и я счастлив, что в этом году будут представители просто со всех наших стран. Вот практически со всех стран нашего присутствия будут партнеры, и будут не по одному, по два человека, а будет многочисленная команда, и я просто счастлив. Наверное, на следующем вебинаре мы объявим страну, которая, с которой будет стартовать круиз. Мы уже знаем. Мы уже знаем все остановки. Поэтому могу сказать для партнеров, которые сейчас боятся, что не попадут в круиз из-за виз, для большинства стран постсоветского пространства СНГ, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, мы вам сообщим, какие визы нужно будет делать заранее. Их вам сделать будет просто, поверьте. А визы нужны, но они простые. Это не США. Визы простые. Вы их получите. Для россиян, для европейцев визы никакие не нужны. Вот. А для вот четырех стран мы дадим список, сообщим, не переживайте. И это будет невероятное событие. И самые невероятные остановки. Мы уже знаем, какой будет круиз, мы уже знаем, какой будет формат, и счастливы приветствовать всех, кто выполнил промоушен. Наверное, мы даже списки вывесим в новостях, чтобы все знали, что тех людей, кто выполнил промоушен. Ну а сейчас мы подходим к рейтингам лучших из лучших. Тех партнеров, кто отличился в марте месяце. Да, уже больше часа идет мой вебинар сегодня, но я постараюсь ускориться. Но это те партнеры, кто заслуживает ваших аплодисментов. Это рекордсмены по вторичным закупкам. Партнеры, которые на свой персональный номер закупили продукта больше. Выполнить промоушен или перепродать продукт, я уж не знаю. Но те партнеры, кто покупает на свой персональный номер больше всех, в Европе и в странах СНГ попадают в этот рейтинг на этом вебинаре. Владимир и Татьяна Янсен на первом месте. Ирина Стам, Казахстан на втором месте. Снова третье место, Германия, Вадим и Ирина Войтюк. Четвертое, пятое, шестое место у нас из России. Заур и Саида Шабановы, Джамиля Хизреева и Музлифат Абдулбасирова. На шестом месте Степан Косареев и Татьяна Никогосова. На седьмом месте представители Германии Вальдемар и Светлана Шафер. На восьмом месте снова Германия, Сергей и Елена Кузьмин. Узбекистан, Макс Муджон Таиров и Ойдин Абдулаева. На десятом месте по вторичным закупкам снова представитель Германии Александр и Ирина Шмидер. Ваши бурные аплодисменты тем, кто вошел в этот рейтинг. Топ лучших рекрутеров. Давайте познакомимся с теми, кто больше всех подписал новичков за март месяц. Почему у нас стоит февраль здесь? Минус зарплата тому, кто делал этот слайд. Прошу прощения, видите, в потоке бывает. Эдуард Амополь. Ариана Чеврич на втором месте. Веслада Пак, Узбекистан. Кайрат и Умсынай Ерденовы, Казахстан. Евгений и Надя Шемлюкин, Германия, на пятом месте. Саида и Заира Абдурахмановы на шестом месте. Ирина Аксберг на седьмом месте. Саятхон Алимова на восьмом месте. Таджикистан. Борислав Пьярнов, Болгария, на девятом месте. И представитель Украины Олег и Мария Крачковские. Браво! Топ лучших РЦО. На первом месте Алмата, Казахстан. Назым, молодец! РЦО Ясы, Румыния, на втором месте. Кишинев, РЦО Лилиана Крючкевич, на третьем месте.
РЦО Киев, Украина на 4-м месте. Днепр, Украина на 5-м месте. Обратите внимание, 4-е, 5-е место. Где остальные страны, где все спокойно? Вот оно, лидерство, вот оно, настоящее лидерство. Браво! Основательный подход. Вадим и Ирина Войтюк, Фирая Грязидинова и Лилия Гришина на 2-м месте. На 3-м месте Нина Царькович и Виталий Надежда Бертрам разделили 3-е место. Браво! Лучшая ориентация на потребителя. Дима Ганиева, Караиванова, Эльза Кнауп, Елена Константинова, Зоя Пак и Изабелла Ем на 5-м месте. Лучший онлайн-продавец. Наталья Чернова, Красимира Дьянкова-Христова, Болгария, и Изабелла Ем на 3-м месте. Ну а теперь ваш любимый рейтинг лучших по чекам. Кто вошел в топ-10 по чекам? Вам интересно? Давайте знакомиться. Нина Шушукова, чек номер 1, платиновый амбассадор. Евгения Новикова, чек номер 2, золотой амбассадор. Амбассадор из Германии, Эдуард и Эмма Поль. Амбассадор из Владивостока, который сегодня и уже несколько месяцев живет в Узбекистане. Наверное, значок надо менять на Узбекистан. Ирина Толстихина. Игорь Гришко, Людмила Дерягина, амбассадор из Екатеринбурга. Ирина Бороденко, Украина, чек номер 6. Лариса Гукова-Масляк, 7-й чек. 8-й чек, Олег и Елена Тимофеева. 9-й чек, Куралай Конурбаева. 10-й чек, Сергей и Наталья Бусуёк, Молдова. Браво, вот они, топ-10. Свяжитесь с ними, попросите сделать скрин, пусть покажут чеки, которые они зарабатывают каждый месяц. Они действительно впечатляют. Итак, для чего же мы делаем рейтинги каждый месяц, показываем лучших из лучших? А для того, чтобы вы поставили цель получить золотой листок. Я сегодня показал ролик о наших элитных клубах, но есть золотой листок. Это своего рода Оскар в мире APL. Вручается она в 12 номинациях. Лучший рекрутер, VIP Star, лучший классик, лучший продавец, лучший РЦО, лучший товарооборот, лучшая экспансия, вершины успеха, основательный подход, онлайн-продавец или ориентация на потребителя. Вот они, 12 номинаций, которые каждый год на APL Player получают лучшие из лучших лидеров. Некоторые номинации среди новичков, а некоторые среди всей компании. Поэтому, возможно, именно вы сможете получить самую престижную награду «Золотой листок». Также моя супруга Ольга открыла 3 новых номинации. Это лучший продавец, лучший наставник и лучшее бьюти-мероприятие. Beauty Secret Awards, то есть лучший продавец бьюти-серии, лучший наставник по бьюти-серии, если вы проводите обучение по бьюти, или ваше мероприятие оформлено в стиле бьюти, то вы можете рассчитывать на одну из этих наград. Ну а сейчас я с огромным удовольствием хочу представить вам нового национального директора с Украины. Это Елена Чегришина. Ваши бурные аплодисменты. Национальный директор, ты действительно достойна самых бурных, несмолкающих аплодисментов. Еще один национальный директор, Канабек Айткулов. Браво! Да, по регистрации он в России, но работает активно в Узбекистане и в Кыргызстане. Поэтому уж сам определись в какой-то стране. Канабек, браво, ты достойна аплодисментов. Также хочется представить вам еще одного национального директора, Элиас Рейс. Человек, который получил вершину успеха в прошлом году, и человек, который закрыл квалификацию национальный директор в Латинской Америке. Браво! Ну, на этом у меня все новости завершились. Действительно, сегодня получился такой насыщенный вебинар, час 20. Но я хочу завершить не стандартно пожеланием всем счастья, любви и терпения. Я хочу показать еще один инструмент, который креативный отдел подготовил для вас. Несколько минут интервью с топ-лидером, который вошел в рейтинг топ-10 чеков. Человек, у которого огромное количество национальных директоров. Кстати, два национальных директора, и Канабек, и Елена в ее команде. Интервью
на палубе. Новая серия интервью с нашими топ-лидерами. Традиционно теперь будем давать на моем вебинаре в завершение вебинара. Ну а вам всем, кто еще не принял решение, просто осознайте. Вы молились, вы просили, чтобы в вашей жизни что-то произошло грандиозное. Вам в жизнь постучалась APL Go. Не отказывайте себе возможности изменить жизнь своих близких, родных и самого себя в лучшую сторону. Ведь вы этого достойны. На сегодня это все. Желаю вам счастья, любви и терпения. До новых встреч. Храни вас Бог. Пока-пока. Внимание на экран. Приветствую, друзья! Мы открываем новую серию интервью о сетевом бизнесе. На этот раз у нас вместо газона огромный круизный лайнер. И первый у нас в гостях будет премьер-директор компании APL Ирина Бороденко. Ирина, здравствуй! Добрый день, Александра! Как затащить мужа в сетевой бизнес? Я всегда делаю больше, чем люди ожидают. У меня был чек за один день 13 500 евро. Раскрыт секрет сплоченности в ITUK Team. Они просто кормят людей. Сетевой – это не профессия, сетевой – это жизнь. Давай пару слов о том, где мы находимся, что за лайнер, чтобы наших зрителей ввести в курс. Мы находимся на нереальном лайнере круизном, он называется «Сплендида». И у нас такой замечательный круиз по арабским странам. Начался он у нас в Египте. Потом мы посетили замечательную страну Иордания. Сейчас мы сегодня в Саудовской Аравии. Наслаждаемся жизнью вместе с компанией APL. Все в стиле Go. Каждый день новая страна. Все в стиле Go. Каждый день что-то новое, новая страна, новые знакомства, новые люди. Одни уходят с лайнера, покидают его, другие приходят. И здесь очень весело, комфортно и здорово. Вы выполняете некий промоушен, да, и попадаете на круиз. Скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя огромный опыт линейного бизнеса. Было ли когда-то такое, что ты могла вот так вот подобным образом отправиться в путешествие? Однажды в жизни не была такая радость. Я выиграла поездку в Египет со всей семьей, но это было единожды в жизни. Больше это не повторялось. С компанией APL это уже во второй раз, потому что первый круиз был в Мексику. Это было наслаждение в течение 2 недель. А сейчас это круизный лайнер. Немного другого формата отдых, но он прекрасен. Хочу тебе предложить сегодня немножко посравнивать сетевой бизнес с линейным бизнесом. Тогда, если ты согласна, немножечко расскажи, чем ты занималась, каким именно бизнесом, в каком направлении. Я вообще линейный предприниматель, я всю жизнь проработала в линейном бизнесе. Какую-то часть времени я преподавала в фармацевтическом университете. Я доктор философии в области фармации. Меня всегда интересовала область и сфера здоровья. Спасать людей, в общем, было очень интересно. Но я всегда искала альтернативу этому бизнесу, потому что он заставляет быть тебя все время в нем. Ты не можешь оставить свое рабочее место, ты не можешь быть свободным. И я на самой заре, вот когда закончила свою карьеру преподавания в университете фармацевтическом, я, занимаясь бизнесом, все время искала что-то такое, такую модель, которая бы позволила вот ощутить вот эту полноту свободы. И интересовалась все время, и случайно когда-то много лет назад попала на огромный семинар к большому Эллу, к Тому Шрайтеру. И меня это, конечно, впечатлило, вдохновило, и я начала искать компанию, которая бы дала вот эту свободу, дала возможность быть независимым, получать огромные дивиденды и строить большие команды. Я, наконец-то, ее нашла, это компания APL. Слушай, получается, никто тебя не заставлял, ты как-то не была скептиком, ты реально сама услышала от стороннего, да, человека о том, что сетевым бизнесом заниматься круто, и искала компанию. Так получается? Или да. Как? Да, я случайно абсолютно попала на вот этот семинар Тома Шрайтера, услышала о его методиках, о возможности создать огромный конгломерат, который будет тебя вдохновлять всю жизнь двигаться вперед. Вот то, что я сейчас делаю, меня очень вдохновляет, очень радует. И те люди, которые приходят в мою команду, меняют вообще мою жизнь. Я их, они мою. Супер. Ну, недоверие, наверное, все равно было, да, вначале?
Да, было недоверие. Я помню даже этот момент. Да, меня целый год приглашали в компанию, и я очень скептически была настроена по поводу продукта, потому что я же провизор, и считала, что я 7 пядей во лбу, я все знаю, и ну не может обычное дроже, которое ты кладешь под язык, так работать. Но в силу того, что я его попробовала сама лично, оно дало мне возможность начать снова двигаться после травмы. Я поверила в продукт и уже потом пришла разбираться, совсем разобралась и стартанула. Давай вот про открытия как раз, которые ты сделала. Чем отличается сетевой от линейного бизнеса? Мне кажется, там и там надо пахать. Вообще пахать, если ты хочешь добиться результата, пахать нужно везде. Неважно, где ты трудишься, в линейном, в сетевом. И очень у многих людей вообще представление неправильное о сетевом. Они считают, что это так, просто так поиграть, пойти у кого-то, да, кто-то улыбается, кто-то смеется, кто-то вообще его не воспринимает как бизнес. Но это такой же бизнес, как обычный линейный, и в нем действительно нужно пахать. И если ты пашешь с кайфом и с наслаждением, то, конечно же, у тебя все получается. У меня получается. Слушай, ну я уверена, что ты, возможно, и линейным бизнесом занималась с кайфом и наслаждением. Давай про отличия. Что можешь назвать? Какие отличия? Отличие, что ты можешь работать в любой стране, даже я скажу нет, кайфовать. В любой стране мира, на любом континенте, там, где есть у тебя интернет. Независимо от того, в какой ты стране находишься, ты можешь создавать свой бизнес. Это главное отличие, ты не привязан к месту осуществления своего бизнеса. Это первое. Второе. Ты можешь получать дивиденды любые, те, которые ты нарисовал у себя в голове. От малого до огромных чеков. Если тебе это нужно, ты пашешь и получаешь результат. И еще самое важное, это люди, которые у тебя приходят, совершенно новые, интересные, у тебя новые связи, новые знакомства, новые возможности. Ты можешь путешествовать, когда ты захочешь. Работая в линейном бизнесе, я не могла себе это позволить. Я не была в отпуске по 5-6 лет. Катастрофа. Это просто катастрофа. Да, сейчас намного больше. Сейчас это очень здорово. В любое свободное время, как только появилось, я могу купить билет и полететь в любую страну. Я за эти 2 года, когда я пришла в компанию EPL, посетила огромное количество стран. Мало того, что это материально ты себе можешь позволить, потому что это MLM-компания, которая дает тебе возможность иметь те деньги, которые ты хочешь. Но это и свобода, огромная свобода, которой ты пользуешься. Со свободой поняла. Еще вот такой вопрос. В линейном бизнесе были ли люди, которые также искренне поддерживали тебя, твоя команда, как здесь в сетевом? Просто я знаю, вижу твое окружение, вижу твою команду, вижу, как у них глаза горят от твоих побед, когда там ты на сцене, когда ты чего-то добилась. Есть ли такое в линейном бизнесе? Ну, люди везде разные. Есть хорошие, плохие, грамотные, не очень. Безусловно, здесь гораздо люди более открытые, энергетически наполненные и желающие тебе добра. Их здесь больше, чем в обычном бизнесе. Там все стараются поставить подножку и закопать тебя поглубже. Вот, здесь такого нет. По крайней мере, в моей команде таких людей нет. Они все очень открытые, очень классные, и я их всех очень люблю. Ну, тут, наверное, система так устроена, что если хорошо тебе, если успешно ты, то успешны, наверное, твои партнеры. Безусловно, ты же в команду не берешь всех подряд, ты берешь только тех людей, которые тебе близки по духу. А это самое важное в этом бизнесе, потому что приходят только те, кому ты интересен. А ты берешь только тех, с кем тебе здорово, комфортно и классно двигаться вперед. Вот поэтому это очень большое отличие между линейным и сетевым. А еще смотри, логистика, юристы, экономисты, я не знаю, там, пиар-отдел. То есть ты же, получается, если ты руководитель линейного бизнеса, то это все на тебе. Безусловно. Правильно? Ну, то есть ты контролируешь все. Да. Компания, получается, освободила же, да, от многого. Это вообще невероятное преимущество, потому что этим всем занимаешься ты. И я искала такую модель, чтобы этим не заниматься, потому что это уходит на это, ну, 80% твоего личного времени. Здесь в компании все выстроено. Выстроено абсолютно все. Ты не думаешь, не задумываешься ни о чем. Ты просто пришел, кайфуешь, строишь свою команду и просто делишься информацией. Это все, что тебе нужно. Периодически открывать рот и рассказывать, как здесь здорово и кайфово. А там нужно
работать. А здесь нужно кайфовать, радоваться жизни и общаться со своей командой. И ее масштабировать и приумножать. А стартовый капитал? Ой, ну это несравнимые вещи, потому что в линейном бизнесе на такой небольшой сумме ничего не построишь. Здесь это совсем комфортно, есть разные условия входа для разных людей с разным достатком. И поэтому здесь проще приглашать, людям проще построить огромный конгломерат, огромный бизнес и иметь в перспективе огромные дивиденды, таких которых в линейном бизнесе никто не сможет заработать. Не знаю, согласишься ли ты ответить на следующий вопрос. Мы говорим про огромные дивиденды. Хочется услышать, сколько ты в компании и в среднем в месяц какой сейчас доход? Ну, я в компании 2 года, немного больше, чем 2 года. Ну, давай так сделаем. Я скажу о чеке, который поражает многих людей иногда. У меня был однажды чек за один день 13 500 евро. Боже, что ты сделала? Я ничего не сделала. Был просто промоушен замечательный. У нас в компании очень часто их проводят. Этот промо был ко дню рождения нашего замечательного президента Сергея Сергеевича Куликова. Я ему благодарна вообще за то, что он создал такую невероятную компанию, и ей нету равных в мире. Вот. И вот этот промо был к его дню рождения, к 23 января. И мои все партнеры были настолько воодушевлены, что они приглашали новых. И я, когда утром проснулась, открыла бэк-офис, увидела там 13 с лишним тысяч евро. Для меня это тоже был шок, потому что в моем линейном бизнесе, безусловно, я зарабатывала огромные деньги, но за один день такого не было. Как ты свою девочку порадовала? Ну, девочка любит драгоценные камни, безусловно, красиво одеваться, поэтому я балую себя всегда. Ну и давай такой завершающий момент. Если вдруг сейчас нас смотрят люди, которые успешно или, может быть, не так успешно, как им хотелось бы, занимаются линейным бизнесом, много времени в него вкладывают, много сил в него вкладывают, денег, безусловно, и мысль какая-то подкралась к ним о том, что а вдруг сетевой это тоже интересно и, возможно, стоит попробовать. Может быть, какое-то напутствие, толчок, что тебя когда-то смотивировало или что может смотивировать людей попробовать хотя бы? Я бы прежде всего предложила им все-таки разобраться, что такое MLM, потому что очень многие люди даже не понимают, что это за модель. Почему-то есть, бытует такое мнение ошибочное, что это просто пирамида, туда страшно входить, страшно этим заниматься. Я бы им всем предложила все-таки открыть Google и прочесть, что такое настоящая компания MLM. И, конечно же, я бы порекомендовала все-таки разобраться, что же такое компания EPL, потому что лучшей на сегодняшний день просто не существует. Она best the best. Супер, спасибо! Мне кажется, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наше первое интервью в круизе. Ирин, спасибо огромное. Благодарю. Благодарю, Александра. Ура! Скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Шаг за шагом нелегко, ABL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Аплодисмента, ставишь цели и ловишь моменты, вереницею событий. Мы с тобой, мы словно птицы.
новый день. Мы расскажем тебе, как нужно. APL, твоя семья. Это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. APL, это мы. Расширяем границы. Ты достоин аплодисментов. Ставишь цели и ловишь моменты. Веницею событий. Мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисментов. Ставишь цели и ловишь моменты. Словно птицы, APL, ты готов измениться. Минуты, когда будет нелегко. Все вместе стать еще сильнее. Все вместе! Ты достоин аплодисмента. Ставишь цели и ловишь моменты. Вереницею событий. Мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента. Ставишь цели и ловишь моменты. Мы с тобой. Yeah.